О, Сокуба. Сокуба. Это поселок, кстати, я на сайте читала. Почему на острове? Летела. На острове? Острый поселок. Айамага, красиво! Селе Сокуба. Понимаете, что тут, наверное, снимали этот Lost сериал? Ну, какой «Властелин колец»? Ну что это за шутки? Ты что, не смотрела? Я приеду, скачаю в режиссерке. Особенного. Я не знаю. Блин, это какие-то животные. Трошки даже стрёмненько, что где-то откуда-то обезьяна выпрыгнет. Красивая, голубенькая, почти как я. Уже это они и есть эти? Да. Кто-то... Ну, указатель, конечно. Ну, он же нам показал. Люди настоящие живут. Ну, типа, не постановочная тема. Залежа. Червезо. And? Что, здесь снизу? Сейчас снизу. Все. Ничего сразу могу. Да. А ну, пока что плохо получается. Классно, тапать. Вот так вот хорошо. Так мне нравится. Такими дисками, например. Что он хочет этим сказать? Ну да, как у нас на хуторах. Молодец. Я. Что? Что? Что она сказала? Камень. Что она сказала? Камень. Тучки на глазах. Ну, короче, мне очень жаль, что меня на катере укачало. По-моему, я уже отхожу и начинаю немного лучше соображать. Опять caution. О. Beware of falling bulldogs. Короче, bulldogs. Булыжники. Где булыжники, там и бабочки красивые. Так тихо. Ну, короче, хорошо, что иностранцы оттуда идут, значит, на правильную сторону идем. Сау, ля. Ля-ля-ля-ля.
не устал? Он не устает, он в 32 года чувствует себя на 22. Вырежется. Вырежешь. Багз, значит. Что нам просто про багз? А ничего, вы на китайском. И на английском непонятная мне терминология. В общем, судя по картинкам, то они мне не понравятся. Этот богомол, мантис, жук. А исходя из того, что у нас здесь все нарисовано, то, наверное, они здесь водятся. О, на что я смотрю? Вот, кам. Даже чем не бачишь, я что-то снимаю и думаю, подожду, типа, чтобы мне кадр не испортить. Вот, но на самом деле, чем больше таких, как они, тем интереснее по ним. Вот наш мини. Вот он. Чуть не потеряли. Так, или шортики. Нормальные шортики. Давай, меня возьми в лицо, да? Да-да. Типа рок, рок, но не так близко. Рок, рок, рок. Не так близко? Теперь смотри, рок, да? У меня друзья делятся на две категории. Рок и... Да, и мячика кэнэта. Дитя мячика кэнэта. Я люблю всех. И роск, и боск. Да, и пуск. И опять булыжники говорят. Это моя тема. Или не завершай маску. Кузяк. О, нас преследуют. О, май гад. Так, это мы шо? Это мы только перешли дорогу, можно сказать. Ну, короче, вот там вот мы вышли. Там. Да мы гуляем вообще, нам не нужен этот пляж. Отличного пляжа прозрачного. На сафари. Жарко. Да. В общем, как в музее ходишь потом, благодаря этим стендам. Восемь. Каже быстро выключать. Я выключаюсь. Кто тебя задавит, знаешь, каким вопросом? Типа, нафига столько склеек на видео? Там, блин, Руслана YouTube уже плохо расписалась, да? Наверное. Ну да, Арочка красивая. Я там расписалась, Руслана, чуешь? Давайте почитаем, что тут. А, культурная фиша за ног. И кто-то наш подмог. Нас подмогли. Другие. Посетители. Это факт. О! Сейчас будем цифры вводить. О! Е-е-е-е-е! Сейчас обрушатся булыжники, сейчас поплывут полетят. Ну, в общем, подожди. Ну, на самом деле, в таких условиях мы лучше шутим становиться. Классно, да, пещера. Я пещеры наших не видела, поэтому для меня это тоже дикольно. О, вот я не кричу, а там всегда слышно. Тут кто-то есть? А? Е-е-е-е-е! Не ори, так слышно. Классная акустика. Ну ладно. Мини такие реверы. Снимите. Добавьте мне такие реверсы. Снимите меня, не реверсы. Присеты реверсы, такие мини добавьте, пожалуйста. Он называется бейс, бас, бейс. Короче, ванная. Кусты алоэ. Или нет. Не воспринимайте мои слова, дорогие родители, всерьез. Я не знаю, понятия не имею, что здесь растет. Могилка? Нет, так ты ж какает, пёсик. Место для собачки. Или нет? Я что-то не понимаю. Нет, Тарас, это ж... Оберегают навколочное средовище. Раз уже занят другим делом, досматривает балкон. То не могилка собак. Я б уже плакала, сидела в билинере. О, спасибо людям, которые понимают нас. To the beach. Kio Sky. Что? А, указатель, да, я думала, ты балкон рассматриваешь. Конечно, я тоже посмеялась. Указатель. И что? Yang Shu Wan. Lama Wins. Solo China China Beach. Короче, мы на бич. Но дело в том, что указатель-то стоит все равно на раздорожье. Yes. Куда это? Направо или налево? Направо или налево? И возвращаемся к тому, что я говорила. Вот, спасибо вам, дорогие, кто... To beach. To beach. Да, наверное, beach. Kio Sky. По названию Kio Sky, наверное, какой-то китаец-японец. А to beach без артикля Z, то, наверное, какой-то русский или украинец. Стас и Ира. Мех любов. Логика тебя не подвела. Да. Ставь паузу. Паузу, да, паузу.
Так, я на свой день рождения первый раз увидел, как растут бананы. И на каком дереве? В шпе. Ну да, видел в фильмах, но это все несерьезно, правда? Да, вообще несерьезно. Я в мире наизнанку видела. Ну, комаров красавчик, конечно. Вот даже бананы. Бананчики. Класс. Вот с этой стороны все такие не видны. Ооо. Вот это да. Но они зеленые, потому что если любят, они видят, а их не видят. Видно, видно. Крутяк, крутяк. Крутячок. Ну. Выходит гулять. О, видишь? Вон прям бананы растут целыми шайками. Крутяк, ну реально никогда не видел и не знал, как это происходит. Ну, видел по телеку, но вживую не видел. Все с фотиками. Шмотиками. Все же, мне кажется, мы поехали туда, где говорили вкусно покушать. Потому что мы очень много прошли. Насколько мне показалось... По логике должно быть так. Beach there, yes. Thank you. Здесь она мне показала. Ну, крутяк. Смотри, вон какой-то Джек Воробей бочку оставил. Да, ну сюда по полякам здесь не ставят совсем дикое. Смотрите, офигенные. У нас таких пачерок не нет. Да, с таким крутым мейлом жидким, не вопрос. Помыл руки. Там, где бывает весь мир. Полмира и пол вини. Так, це мы уже переходим в социальный блог. Надеюсь, мамуля, ты это покажешь. Ой. На работе. Еще, короче, с видео одни подставы. Все должности сдали, все молчим. Дикая природа. Вот бабочка летит. Она такая огромная. А стоит, эти бабочки голубенькие, они на меня клюют, по-моему. Из-за цвета мультика. Какая самая голубенькая? Потому что они думают, что ты баб бабочка. Большой. Она бабочка, а ты большой баб. Баба. Баб. Может быть. Класс. Ух ты, вот это поучело. Ты видишь его? Господи, ты, боже мой. Лыжники здесь на тебя уже не упадут, зато все так раньше. А паутину ты видела? А вон сверху. Ёпта, мне на паду ушел. Это же страшно. Я. Ты же ничего в интернете не знаешь. Я николы ничего. Да, стрелка сидит. Там написано было на полу. Бич. О, а сейчас уже начинается кукуруза, правильно? Это где закончился и начался сериал Lost? Где рыбу тут снимать? Короче, я даже не ожидал, что будет такая Джонни. Джорней пишется на мой день рождения. Это мечта. Вот слышал, как море хлюпается. Я рассчитываю на какие-то пару коктейлей за беременную цену. Извините, я рассчитываю на два каких-нибудь апельсинового сока и на нас вам может быть свежевыжатого сока. М-м-м.
и вход на пляж 800. Смотри, туда в обуви не идут. Прикол. Конечно. Ну это ж не лиман, где мы с тобой были, это уже море. Короче, мы ехали ради пляжа, но я скажу, дорога к пляжу. Я скажу так, дорога к пляжу мне очень понравилась. И я этому очень рад, потому что я не сильно хотел ехать и лежать на свой день рождения на пляже и загорать. Это неинтересно. На море всегда интересно, что делать правильно. Воду разжевать. Смотреть все вокруг. Ну, а что закрыт? Ну, не знаю, он этот смотровой, можно у него спросить. Но я думаю, что мы по Любасу выступаемся. Тебе так не кажется? В смысле, мы приехали и типа волн? Смотрите. Смотрите. Вот это волн. Пройдешь. Короче, я счастлив. Реально, so happy. Не, вот видишь, вот людишки оставили вот прямо на лавочках тут свои вещи. Смотрите. Крутя. Не хочешь купаться, а потом пройтись? Итак, мой день рождения 2017 года. Очень крутой. Запомните на всю жизнь, как на одну жизнь. Котекс! Ой, ты что? Барбос! До сих пор не раскусил этот режим. За кем он следит? О, вот это пузач! Вот это да! Кот! А, я такого мультика видел! Прикол. Вот шауэр. Короче, я вам так скажу. Вот. Столько съесть рыбы, то, конечно, жирдяй. Like me. Wait, oh, it's very fat. You already like me. Yes, like me. Прикольно. Коты, собаки, дитлахи. По-моему, нормальный туалет. Смотрите, сколько мы... Пожалуйста, люди добрые, да? Переодеваться, пожалуйста. О, водичка классная! Водичка супер! В общем, в прошлый раз мы не были в гости, даже в Киеве. Это под Шэньчжэнем, и интересное название города Хуйжоу. Ну, что е, то е! Так вот, там море было такое теплое, как ванна. Это было очень разочарованно, потому что для меня такая жара, она очень тяжелая. А море должно быть охлаждающий эффект нести.
Ой, клас, а это именно охлаждающий эффект. То есть это за то, что мы так что шли так долго. Сейчас будем купаться. Кайф. В общем, ЕТЕ. Так вот, не будем забывать, что благодаря Полиному подарунку мы снимаем такой чудесный фильмец для вас, мои любимые. Море и я. Я и море. Кстати, а помните этот фильм про Фантоция? Про Робинзона Круза, который Фантоция играл. Короче, вы помните. Там был чудесный кадр. А про что сегодня показывают? А, опять про море. Короче, Коля закалывали слезак, что мы переоденемся, купаться. Еще у меня почему-то такая идея поставить камеру, зашить песок и снимать, как мы купаемся. Я, наверное, для этих ел. Буду каким-то видеооператором. Может, Макс с Ромкой возьмут меня на помощь, на подхвате. Не, не свадьбу вести, там все нормально зарабатывают операторы. А мне так, какой-то эфир отснять. Мне надо просто камеру на что-то поставить. Я смогу. Единственное, по поводу там вот этого вот баланс белого, это не как мои песни, не знаю, стадию гитанизма. Дорогие мамы и так. У нас все хорошо. Пишу вам из горящего танка. Не, в нами все нормально. Так, назад. Значит, дорогие мамы и так. У нас все хорошо. Не бегуємо. Не голодаємо. Бомжуємо трохи, бо нема де спати. Та я думаю, що ми це переживемо. Все ще. Пляжик такий собі, маленький, але все-таки пляж у Гонконгу. Але нема цих людей, як на Аркадії. Це теж така. Нема. Человек. Значит, это получается сезонные овощи, а это, собственно, рис. Я думаю, что он такой же, как и везде, похож на ризот. Да, этот раз показывает муж Люсити с макарошками. Сейчас, подождите, мы фокусируемся долго. О, привет. Привет, макарошки прозрачные в мушле. Это не совсем макарошки, то есть ляпы, в общем, кальмарчик. А, да. Вот это штучка очень вкусная, очень-очень. Ну, на самом деле все очень вкусно. Было бы невкусно, мы бы дождались, пока все вынесли, чтобы красивый кадр сделать, а это тут уже креветки были, их уже нет. Тут уже почти все съелось. Не. Так приятно. И дедушка очень приятный. Не очень чистоплотный, но приятный. Thank you. Thank you. Ну. Very tasty. Да мы в 7 утра трошки встали. Сейчас 7 вечера. Короче. 12 часов на ногах. Отлично поспали. Спасибо! Синхронненько. Все. Bye-bye. Доги. Белые кораблики по... А вон катер нас подъезжает.
О, значит, значит. Вот что я вам скажу. Давайте сделаем такое. Раз, два, три. Вообще. Не забываем. Это раф. Гонконг — это не Китай, это два. Какой-то небольшой кафешки. Wi-Fi без проблем. И по скайпу наконец связался и ответил всем в мессенджере. Это тоже два, это приятно. Без всяких VPN-ов. Я же не поверил. Привыкаешь, человек быстро привыкает, я привык к запрету. И если у меня грузится 6 фотографий за полчаса, то я счастливый человек. А тут загрузилось за 30 секунд, и я не поверил этому. В общем, делаем раз, два, три. И сейчас будем садиться на этот ветерок. Да, 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 да. Красота. Да. Оно уже как бы и наше, да? Да, да. Двухэтажные автобусы. А это опять какой-то фильм снимает. Опять куча приборов. Муви? Yes? Мы же в каком-то муви. Это здание, про которое рассказывали, видишь, с круглыми окнами. Ага. Это квартира все? Нет, я ошибаюсь. На жаль, моя идея, я не помню. Такси в Гонконге. Конечно. По скайпу, а мы тем более идем на ночной рынок. Это француз в Москве, да? Дима француз. Спасибо, Дима, пойдем искать. Ну, это самый доступный вариант для нас. Потому что на Диснейленд мы не успеем. На Буду мы тоже не успеем. У меня моя одноклассница следовала. Если ты смотришь, Оля, я помню, я рассказала, когда ты видишь. Не успеваю, в основном, и мне успевать. Да, хотя бы два, но спасибо и на том, спасибо и на том. Why? Чисто пункт, сразу сфокусировал. Между нами летает лёд. Вот он, вот, вот он. Вот он такой. Вот он такой. Вот этот вид вечернего Гонконга, он остается у каждого в памяти навсегда, кто когда-либо его видел. Это круто. Это круто. Thank you.
Да, дивимося. Ну, тут поле дуже права. Тут этот огромный Big Ben. Тут огромный. Я говорю, ну там не было этого здания огромного. С этого ракурса. А тут она видела вида. Это такое длинное здание. Вот это, да? В общем, если кому интересно узнать, каким телефоном снимаем, так это Meizu, и я очень доволен. А облака сверху, это же как на картинке нарисовано, да? Точки подсвечиваются. Да, подсвечиваются, это небоскребы. Да. Высоту города. И где-то там Бэтмен. Мы ждем на битайфлю. Ну, вы теперь понимаете, когда мы катались на колесе обозрения, почему нам не понравилось. Оно такое махонькое по сравнению с зданиями. Не понравилось, конечно понравилось. Ну, так что... Непонятен столько всего.